Дорогие друзья, приближаются самые добрые, самые любимые всеми праздники – Новый год и Рождество. Праздники, которые связаны с надеждами на исполнение планов и заветных наших желаний. В эти удивительные предпраздничные дни мы с радостью погружаемся в светлый, долгожданный хоровод новогодних торжеств, искрящихся добром, радостью и, конечно же, отличным настроением. Мы оставляем на время все наши повседневные заботы и хлопоты и получаем массу положительных эмоций и сил. Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить итоги и осмысливать пройденное, строить планы на будущее. Уходящий 2017 год принес нам всем много разных событий, и радостных, и тех, которые, конечно же, были связаны с трудностями. Наступающий же 2018 год будет таким, каким мы сами его сделаем, и насколько эффективно, творчески и результативно будет трудиться каждый из нас. В канун Нового года искренне, от чистого сердца хочется поблагодарить профсоюзный актив Лидского района за плодотворную, порой нелегкую, но востребованную работу. Дорогие друзья, примите самые сердечные поздравления с наступающим новым 2018 годом и Рождеством. Пусть волшебные новогодние колокола и рождественские колядки наполнят ваши дома детским смехом и радостью. Желаю всем крепкого здоровья, огромного личного счастья, солнечного тепла и неиссякаемой энергии. Пусть в новом году вам неизменно сопутствует успешность и творческое вдохновение. Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей. И пусть грядущий год оправдает все ваши самые смелые надежды и стремления. Пусть принесет достаток и благополучие вашим семьям. И пусть в ваших домах всегда царит мир, согласие, взаимопонимание и, конечно же, любовь. С наступающим 2018 годом вас, дорогие друзья!